Рассказ о мессе или праздник гусиного пера в старину в жизни молодых людей имел особое значение. За работой парни и девушки присматривались друг к другу. Кто-то находил жениха или невесту. Времена изменились, но традиции праздника сохраняются. Без шушлай мне жил саян, хвазлар алыбу стребез, утызар хваз була инде. Кыс кыны мне шушлай жилы, эме ясыбез. Былай... Узенгене жил қысан қелгеде баяғы қызық түгіл әжинау, жинау бірге жырлашып, ойынлар білен, ойын кілкі біле қайыр бейт, халық үге бейтленіп жата бек көршіргеде жоқ. Ебылай енді бір-бірі бізіне көребізді, шырашабыз, сөйлешебіз дегендей. И действительно, праздник не выглядит, как обычная заготовка мяса. Женщины одеты в национальные костюмы, шутки и игры не прекращаются. К примеру, та, у которой останется в руках перо, должна спеть песню или прочесть скороговорку. А кому-то выпало изобразить гоготание гуся. Затем хозяйки на коромыслах несут свою работу к реке, мыть ощипанные тушки, чтобы затем подвесить их в сарае с солью и специями, вялить. По дороге вспоминают еще одну традицию. Вечером женщина накрывает праздничный стол, вынимает из печи румяные беляши со свежей гусятиной, ставит самовар и наслаждаются праздничным чаем. А на следующее утро ни одна не проспит приглашение к очередной хозяйке гусиной стаи. Ольга Морская, Наталья Смирнова, Серин Хасанов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочешь, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».